фюрер кричал, от завода бледнея, стуча по своим телесам, что если бы не было этих евреев, то он бы их выдумал сам. Но вот запускают ракеты евреи из нашей страны, а это, вы помните это, во время и после войны. Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я, и значит, кому-то быть битым. Но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель алкаш в Бакалеи сказал, что семиты простые евреи. Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна? Средь них пострадавший от Сталина Каплер, средь них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христианских младенцев. И как-то в пивной мне ребята сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке замучили гады слона в зоопарке. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов, и спасаю Россию. На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов, и спасаю Россию.